Hey, Hans, welches Spiel ist das? Oh mein Gott, Schulz, das Spiel war für eine Weile Early Access und du weißt immer noch nicht, welches Spiel das ist? Early Access? Wirklich? Und sie haben es sogar rausgebracht? Jo, du blöder Idiot. Hier hast du ein paar interessante Spielmodi, Hardcore-Modus, viele Waffen des Zweiten Weltkriegs und du kannst... Nazis dorthin! Ja! Entschuldigung, Schulz, aber Hitler war ein richtiger Arschloch. Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и сейчас мы посмотрим на такую замечательную игру, как DF Infamy, от такой замечательной команды, как New World Interactive. Этим видосом, прежде всего, я хочу выразить им респект и обратить ваше внимание на игру. Это не будет какой-то прям такой подробный обзор, где я буду все разбирать, я быстренько расскажу, что лично мне нравится в этой игре, и так познакомлю вас с ней поверхностно, а вы уж сами там решите, покупать, не покупать ее. Почему хочу выразить респект компании New World Interactive? Потому что, выпустив игру в раннем доступе где-то около года назад, на протяжении всего раннего доступа они очень плотно работали с комьюнити, и, во-первых, довели игру до релиза, что уже огромная редкость в наше время, как вы знаете. А во-вторых, они действительно прислушивались к мнению комьюнити, и игра, которая вышла в ранний доступ, и игру, которую мы видим сейчас на релизе, разница, конечно, очень огромная между ними, и за это им супер респект. Относительно геймплея я не буду сильно останавливаться на концепции, потому что в ней нету ничего принципиально нового. Вся прелесть игры заключается в ее механиках, которые просто сделаны очень круто, и из-за этого игра дарит реально уникальные эмоции, несмотря на то, что вроде как, ну, ничего нового. Вот это DF Infamy, вообще DF Defeat, там смотришь Insurgency, думаешь, блин, Counter-Strike, плюс какие-то элементы Battlefield в обоих играх. Но на самом деле эмоции уникальны. Так, если вы захотите узнать какие-то подробности по поводу режимов и так далее, в игрушке есть вот прям сразу туториал, здесь есть видосы, где вам сами разработчики более развернуто, интересно и достаточно при этом коротко расскажут о том, что вам надо делать, скажем, из режимов. Я же быстренько остановлюсь на основных режимах, просто расскажу вам, что вот есть два режима мультиплеер и кооператив. Режим мультиплеер рассчитан в основном на PvP, хотя есть, на самом деле, вот ввели недавно совершенно, даже не пробовал какой-то режим с ботами, Casual with Bots, для нубов и казуалов, может быть, как раз для меня, я и попробую. А так вот, Battle Special Assignments, это PvP-шные режимы, я в них играю редко, потому что бошку там сносит на раз-два. Поэтому предпочитаю играть в кооператив с ребятками, братушками моими, и чтобы мой анал не так сильно болел. Хотя здесь вот... Есть тоже два режима, инфантри и команда, и в режиме команда, несмотря на то, что вы играете против ботов, поверьте мне, братва, попка будет болеть, потому что боты здесь действительно умные и доставляют проблемы. Кроме режимов, можете сразу выбрать команду, за которую вы хотите играть, в смысле сторону, да, там США, Англия или Вермахт, Германия. Вот, и есть здесь режимчик такой, инфантри называется, там дается сразу большое количество очков, о которых я расскажу позже. Я предпочитаю играть в команду, потому что эмоции тогда острее. Если вы не хотите, чтобы игра делала вам матчмейкинг, куда-то пихала, вы можете сами выбрать серваку. Здесь есть выбор серваков, вы там видите карту, видите режим сразу. И можете, собственно, да, еще, конечно же, пинг. И вы можете, собственно, выбрать то, что вам реально интересно, в то, что вы хотите поиграть, и заджониться туда. Так, давай сейчас быстренько присоединимся к серваку. По поводу графики, братва, слушайте, ну... Да, конечно, Source, конечно, есть недостатки у графона, но все-таки я считаю, что ребята из New World Interactive, они, ну, выжили реально максимум из Source, все равно играется приятно, оружие очень красиво сделано, да, там недостатки, это в основном кусты, деревья, иногда на зданиях там видно, что движок все-таки старый. Так, ну, собственно, здесь у нас выбор классов, ничего нового в этом нету, также, конечно же, выбор оружия, тоже ничего нового, но, как вы видите, я не могу сейчас взять, например, Томпсона, потому что мне надо заработать на него очки. Очки зарабатываются захватом точек и убийством врагов, вот эти вот. Это придает смысл хорошо играть, что лично я считаю просто, ну, наверное, лучшим мотивирующим фактором. Все-таки хочется пострелять из пушек-то всех. Ладно, давайте, наконец, взглянем на геймплей, как игрушка выглядит. Вот, собственно, вы можете сразу видеть все плюсы и минусы графики. По-моему, отлично сделано освещение, отлично сделано оружие. Немножко вот здания, конечно, такие не супер, да. Там модельки персонажей, ну, по моему мнению, отлично сделано. Анимация тоже мне нравится. Анимация оружия вообще охуительная. Что я хочу сказать по поводу геймплея? Что мы видим, вот что нам надо делать? Нам надо захватить точки. Естественно, в голову приходит батла. И я хотел бы выделить такие... Различия между батлой и этой игрой.
Батла — это экшен, батла — это зрелищность, и шиза полнейший просто ад происходит. Здесь немножко не так. Разработчики смогли соединить реализм с таким достаточно динамичным геймплеем. И у них вышла такая прям золотая середина. Я бы так сказал, представьте, что Арма и Батла пошли где-то, ну, нахуярились бухлом и переспали. И у них вот такой вот ребенок родился. Может быть, с виду так посмотришь, немножко неказистый, но на самом деле очень даже талантливый и прикольный. Все же не зря говорят, внешность не главное. Никогда не забывайте об этом. Главный элемент реализма здесь какой? Здесь, конечно же, очень быстро тебя убивают. Потому что если ты находишься под огнем, сбежать куда-то очень сложно. Ты иногда не понимаешь, кто и откуда тебя убил. Настолько все быстро происходит. При этом, конечно, никаких симуляторных элементов в игре нету. То есть я бы сказал, если там батла это батя, а арма это мама, то игрушка, конечно, пошла в батю. При этом хочу сразу сказать, что Insurgency, что Day of Infamy по стрельбе они превосходят, наверное, любую игру вообще, в которую я играл. Здесь настолько круто сделана стрельба, это надо просто прочувствовать, братва. Это надо играть, и тогда вы поймете, о чем я говорю. Ну, просто оружие стреляет, ну, очень круто, оно охуительно звучит, оно охуенно чувствуется. Это просто, ну, реально, для меня вот эти две игры от компании New World Interactive, они являются топом вот именно в этом плане, да, как тут сделана стрельба. По зрелищности геймплея, конечно, игрушка уступает тому же Battlefield, но при этом я не могу сказать, что здесь скучно, здесь реально много всего происходит, здесь реально война, да, там нету такого скопления людей на карте, нету того количества взрывов и экшена, которое происходит в Battlefield, но при этом все равно здесь не скучно, ну никак. При этом, в отличие от того же Battlefield, если мы возвращаемся к реализму, то, как вы видите, мы не видим ни сколько у нас патронов, ни сколько у нас здоровья. И, конечно же, это придает хардкорности и острых эмоций игре. Вот меня сняли с одного выстрела, я даже не понял, кто и откуда это сделал. Теперь мои боевые товарищи могут мне помочь. Каким образом? Захватывая точку, вы оживляете тех, кто пал к моменту, собственно, захвата точки, да? Вот у нас сколько там, два уже человека осталось живых. И если они сейчас возьмут точку, то мы все оживем и продолжим дальше играть. Если точку они не возьмут, то весь матч начнется заново. То есть все точки обнулятся, и нам снова надо будет идти на А, на Б, на С и так далее, и так далее. И что я могу тут сказать, братва? Как только вы останетесь один вот на этой точке, вы поймете вот эти вот острые эмоции, которые дает игра. Вам будет страшно, вы будете орать, давай скорее, блядь, ебучая точка, захватывайся, блядь, уже почти. То есть вот этот вот факт того, что вы не можете сразу возродиться, вам обязательно надо болеть за своих тиммейтов, чтобы они захватили точку. И вы переживаете, серьезно, вот так вот просто, когда находитесь в спектейт мода, просто ну давай, чувак, и сейчас мы, к сожалению, проиграли. Так что теперь придется начинать матч заново. Сейчас я уже не буду вам показывать полностью весь матч, я сделаю нарезочку, наверное, чтобы не затягивать обзор. В игре, кстати, вот есть статистика, которая, если вы хорошо играете, вполне может потешить ваше самолюбие званиями, но, к сожалению, не понимаю, что я нуб. Так, насчет ботов еще раз повторюсь. Боты реально сложные, боты умные. Во-первых, боты не стоят на месте, они реально могут вас обойти и прийти вам в попку выстрелить. Во-вторых, они, ну реально, они очень метко стреляют. Ну, как вы видите, да? Поэтому всем новичкам я советую сначала поиграть в кооператив, перед тем, как идти в ПВП, только если вы не какой-то там батька-супераимщик. Кроме того, хотел сказать, что в игре реально присутствует элемент тактики. И тактика очень важна. Иногда вы просто не можете взять какую-то точку, и тогда вам с вашими тиммейтами обязательно надо продумать стратегию, продумать свои шаги. И это очень круто, это вносит разнообразие в игру. И, конечно же, делает игру в кооперативе с друзьями, когда вы там сидите в ТС, это делает ее, ну, намного интересней. Так что зовите друзей обязательно. Так, сейчас захватим точку. Ага, мы не можем захватить точку. Это значит, что на точке присутствуют враги. Так, вот это был наш или не наш? Я что-то не понял. Не понял, кто это был. Так, он что, в текстуру застрял? Лол. Походу, бот все-таки. Вот эту вот точку нам надо уже не захватить, а уничтожить. О, ёб твою мать! Я вылез прям вот в толпу врагов. Как вы видите, здесь никаких шансов у вас нет. У вас просто сразу убирают и остается надеяться на своих тиммейтов. Так, здесь это наш. Можно аккуратненько, наверное, вниз спрыгнуть. Ай, блядь! Ёб твою мать, тут внизу, блин, немецкий огнеметчик, все жгет, все умирают и в агонии орут неистово. Слышите вопли моих тиммейтов, бедных, несчастных. Блин, трэш. Так, интересно, на что-нибудь у нас очков хватит еще? Можно вторую гранатку взять. Видите, очки набираются потихонечку, но, к сожалению, мне кажется, у меня еще не хватит
очков на... Может, какой-нибудь обвесик. Это вообще ничего не стоит, нахрен. Не хватит очков на Томпсон еще, видите, надо больше набирать. Кстати, я считаю, все равно геймплей достаточно динамичный. Можно, например, когда добежишь, вот так нажать клавишу присесть, и вы проскользите, люди разлетаются, трупы вообще просто вам в лицо летят. По-моему, это прикольно. Вот здесь уже настоящая война начинается, братва. Кстати, вот звуковое сопровождение, смотрите, вас оглушают взрывы. Это, по-моему, очень круто, все вокруг взрывается, блядь. Вот, меня только что взорвали, вы видели, может, мои кишки пролетели. Так, пацанам респект, они захватили точку, и я ожил. Надо двигаться к следующим точкам, которые сейчас у нас появились для захвата. Вот эту стену, кстати, по-моему, можно вынести, если, конечно, у вас есть чем это сделать. Кстати, по поводу озвучки хочу выделить еще один момент, то, что надо обязательно вслушиваться, что происходит вокруг, потому что если немец рядом, вы играете, например, за англичан, и немец рядом перезаряжается, он будет орать там «Их мус нахладен!» там и так далее, вы поймете, что где-то рядом немец перезаряжается. Кстати, это плюс огромный разработчику, блядь, потому что все немцы говорят без акцента, как вы видели по началу ролика, я знаю немецкий, да, то же самое касается и англичан, американцев, очень круто сделано. Бля, вот эти бомбежки, кстати, добавили недавно совершенно, ой-ой-ой, по своему стреляю, сори, братан. Раньше их не было. Я так и не понял, они как-то сами дегенерятся или их вызывают? Так, что происходит? Это враги? Или наши? Это наши вроде, наши. Блять, он вырубил себя, по-моему, и вообще еще рядом какого-то из наших этой гранаты. Кстати говоря, тимхиллинг в игре реально большая проблема, придает ей хардкорности то, что вы не видите, ваше это или не ваше, если вы не запомните, например, как выглядит форма, или там, может, свет как-то падает. Многие относятся с пониманием к тимхиллингу, потому что понимают прекрасно, как устроена игра, но не все, к сожалению, многие бомбятся, пытаются вас кикнуть из игры. Да, кстати, в этом матче мы победили, респект нам, респект тиммейтам, давайте попробуем посмотреть другой режим игры, защиты точек. Так, режим защиты точек называется Entrenchment. Мы сейчас играли в режим, который называется Stronghold. Есть еще режим, который называется Raid. Это я говорю все про кооперативные режимы. В Raid я почти не играл, но обязательно попробую. Мне кажется, там должно быть весело очень. Вот. Здесь нам надо уже не захватывать точки, а защищать их. То есть идут волны врагов, а нам надо отбивать точку определенное количество времени. Так, мы играем за британцев. К сожалению, братва, британцы, по моему мнению, здесь самые слабые. У них самые дебильные отстойные пушки, я вообще не умею за них играть. Ну, давайте, не знаю, возьмем Томпсон, который у нас не получилось взять в предыдущем матче. Просто, чтобы, ну, не знаю, пострелять. Я, на самом деле, хреново из него стреляю, у него жуткая отдача. Так, что, собственно, надо сделать? Как видите, у нас есть точка А, на которую надо нам прийти и стараться отбить ее от врагов. Если враги ее захватят, появится точка Б, на которую им надо идти и которую нам надо будет защищать. И, собственно, есть определенное количество времени. Если мы не дадим врагу захватить все точки к истечению этого времени, то тогда мы победим. Если честно, этот режим мне не очень нравится. Он такой, по мне, немножко скучноватый. Мне не нравится сидеть и отстреливать чуваков в одном месте. Хотя, конечно, на некоторых картах он реально очень веселый. По поводу оружия и классов, да, вот мы сейчас сменили на Британию сторону, у всех там, естественно, разное оружие, у каждой стороны свое оружие, и игра за классы реально сильно отличается, это вносит большое разнообразие, все оружие сделано реально с любовью и внимательностью, блять, отдача у Томпсона просто кошмар, я вообще из него никогда в жизни не попаду. Оружие сделано очень круто, очень нравится мне, например, анимация перезарядки тоже, да, то есть, ну, реально вот эти вот чуваки, которые сделали игру, они очень внимательно относились к моменту оружия. Так, сейчас нам нужно сделать регрупп. Что такое регрупп? Регрупп — это вы, когда все умирают в вашей команде, там, надо прибежать на определенную точку, которая зареспавнит всех, кто умер, да, то есть, например, в режиме Stronghold вы должны были захватить точку, и тогда все оживают, а здесь вам надо прибежать на регрупп, и тогда народ вот оживает, вот они все ожили, и сейчас нам надо же бежать к точке Б, потому что нас уже, к сожалению, забрали. Надо бежать к точке Б и ее защищать. Это, кстати, придает уже остроты ощущений, когда вы остаетесь один, вы бежите к этой точке регруппа, просто писая в штанишки, что вас сейчас, короче, пока вы бежите, там кто-нибудь подстрелит, вы умрете и придется начинать заново. Ну, а, кстати, хочу добавить вот еще по поводу озвучки. Почему она еще мне так сильно нравится? Потому что, ну, во-первых, все, как я уже говорил, они говорят без акцента, слышали, там немцы там кричат шайса, там тут это «Cover me, you bastards, I'm loading» с таким английским акцентом, очень круто, не скупятся, бляха-муха, на крепкие словечки. Так, кстати, в игре можно ложиться. Есть три положения. То есть вы можете ложиться, вы можете
садиться и, ну, естественно, можете стоять там, бегать. Тоже такой небольшой элемент реализма, потому что далеко не во всех играх есть три положения. Это, конечно, все-таки не арма, где там, блин, 20 миллионов положений персонажа, но все-таки. Ой, блин, не нравится мне Томпсон. О, крутая, кстати, анимация перезарядки. Слышали только что, кстати, немец орал: «Ich komme zu dir», это значит, я иду к тебе. Надо это, кстати, внимательно слушать. Как раз то, о чем я говорил, блин, ну просрали. Так, нахер Томпсон, давайте возьмем другую пушку, попробуем с ней, может что-то у нас выйдет. Кстати, дофига очков дали почему-то на этом серваке, не могу понять, какого хрена. Ладно, давайте еще разочек один попробуем. Ну, я думаю, обзорчик надо уже заканчивать. Блин, ну смотрите, как классно оружие сделано. Оно отлично вообще нарисовано. Просто, блин, оно круто анимировано, реально. Вот на оружие очень круто смотрится, а вот кусты кошмарно выглядят, конечно, вообще. 99-й год какой-то. Но это Source, здесь удивительного мало. Все равно считаю, что они выжили из Source просто, ну, максимум, которого он мог дать нам. Так, тут кого-то положили хотя бы с этой пушки. Блин, ну все, да. Ладно, короче, думаю, надо уже заканчивать обзор, братва. Вот такая вот игра. Сразу говорю, да, там, извините, что, может быть, обзор там, ну, не полный, потому что я не объяснил там, что там за рейд, да, там, режим, что там еще другие какие-то режимы. Я так хотел показать вам просто игру, что если вам она приглянется, изучите ее, она реально очень крутая, и просто, конечно, первая моя цель была это зареспектовать ребятам из New World Interactive. В общем-то, на этом все, братва, спасибо, что посмотрели, с вами был Мародер 120 Гигабайт, надеюсь увидеться с вами в следующем видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще это не сделали, и до встречи, респект всем!